Добрый день, коллеги! Мы находимся в филиале Фалькоагро, агрокомбинат Дзержинский. В нашем хозяйстве выращивается 600 гектаров озимого рапса. По технологии возделывания по отношению к предыдущему году не изменилось. Она основана на препаратах от компании Bayer. В этом году мы попробовали две новинки – ДК Сиквел и ДК Эксторм. ДК Сиквел на 50 гектар взяли, ДК Эксторм также на такую же площадь. Мы находимся на поле с гибридом Эксторм. После сева этот гибрид очень попал под сильный ливень, и практически поле было смыто. Были даже мысли пересеять это поле, но оставили его до весны. Весной густота стояния растений была оптимальная. Мы применили всю нашу технологию, и сейчас вы видите достойный результат. Что касается защиты, мы используем препараты Tilmar, Proteus, Biscaya, Propuls и Sivanta Energy по зеленому стручку. Для росторегуляции, а также для защиты от болезней в хозяйстве используется препарат Tilmar и осенью, и весной. Напомним, осенний период – это мощное развитие корневой системы, а также неперерастание рапса, плюс надежный контроль фомоза. Весной – опять же контроль этого заболевания и боковое ветвление. Очень часто нам агрономы задают такой вопрос, как много надо инсектицидных обработок на рапсе. По нашему мнению, при урожайности рапса свыше 4 тонн необходимо 4 инсектицидных обработки. Первая обработка – это фазу стеблевания для контроля стеблевых скотноработников. И здесь надежное решение – это препарат Proteus, который контролирует как самого взрослого жука, так и личинок, которые могут быть в стебле за счет системного ДВ, который есть в составе Протеуса. Плюс Протеус еще и контролирует первую волну рапсового цветоеда. Что касается фазы бутонизации, последние годы здесь достаточно можно обойтись дешевым решением, применив перитроид, в частности Децис. И если применяется Протеус по стеблеванию, он еще оказывает дополнительное действие, в том числе по рапсовому цветоеду, фазу бутонизации. Защита в цветении – это препарат Biscaya. Надежный контроль семенного скотноработника, а также первой волны капустного комарика. Плюс Biscaya отлично смешивается с фунгицидом против склеротиниоза. Это Propuls или новый наш препарат Siltra X-Pro. И для защиты рапса в фазу зеленого стручка это препарат Sivanta Energy. Препарат Sivanta – системное ДВ, которое способно контролировать личинок капустного комарика внутри стручка рапса. Все обработки мы сделали вовремя, а результат покажет комбайн. Коллеги, всем добрый день. У нас сегодня 4 августа, и мы в Дзержинском районе. Хозяйство Фалькоагро, агрокомбинат Дзержинский. Поле озимого рапса ДК Эксторм. На сегодняшний день начинаем уборку, а с результатом мы вас ознакомим чуть позже. Здравствуйте, коллеги! Мы находимся на поле озимого рапса. Убираем последние гектары гибрид Эксторм. Вот вы можете наблюдать. Результаты увидите на табло чуть попозже.